так, есть у меня вот 10 светодиодов красных, которые мне продавец вернул деньги. Есть у меня от пылесоса вот такой алюминиевый круг размером где-то 20 сантиметров. Сейчас я на них буду тренироваться. Вот так вот, 10 штук по кругу расположилось. Были бы они чуть поменьше, нужно было бы вот по этому краю пустить. Но тут не помещается, вот торчит. Поэтому вот так вот. Осталось закрепить чем-нибудь. Сверлил отверстие по кругу между диодами. И вот сейчас такими пластинками, заклепками заклепаем. Так, вот получилось мне приклепать. Правда, неровно. Здесь получилось ближе между сетью, а здесь дальше, потому что здесь прям в ребро упиралось и не давало отверстия. Поспаивал я светодиоды проводочками, так плюс-минус, 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 все последовательно. Сейчас вот сюда припаяю драйвер и можно будет попробовать. Включил розетку. Светит красным. Близко. В общем, нужны какие-нибудь линзы фокусирующие. Светит он, светит кругом. Так, что с температурой? Посмотрю температуру. 20 минут погонял. Что-то по температуре. Ну, тепленько. Здесь вот чуть погорячее. С этого края. Я думаю, не больше 40 градусов. Эту лампу определил в теплицу, пускай здесь светит, будет перепелок будет досвечивать, чтобы росли быстрее по ночам. Да? Перепелки. Нравится лампа? Светит ярко.